Слышь, наверное, да? Слышь. Это слишком громко. На кушке на фоне заката дрянь какая-то желтым цвела. В общежитии жир комбината некто Н среди прочих жила. И в легчайшем подпитии являясь, я ей всякие розы дарю. Раздеваясь, но не разуваясь, не смешно, а смешно мы говорим. Трепетала надменная бровка, матерок с алой губки слетал. Говорить мне об этом неловко, но я точно стихи ей читал. Я читал ей о жизни поэта, четко к смерти поэта клоня. И за это, за это, за это, за это эта Н целовала меня, целовала меня и любила, разливала по кружкам вино. А печально, смешно говорила, Михалкова ценила кино. Выходил я один на дорогу, чуть шатаясь, мотор тормозил. Мимо кладбища цирка острога вез меня молчаливый дебил. И грустил я, спросив сигарету, что какая бы любовь ни была. И однажды сюда не приеду. Она меня на фоне заката дрянь какая-то желтым цвела. Надо отметить, что вот эта прекрасная песня на стихи Бориса Рызова, написанные Валерием Мещуком, как нельзя лучше подходят к нынешнему.